Dvis. I had almost perfect situation last game, but players were a bit strange in decision making matter. Так, блин, залетаешь в игру к чувакам с сотого левела, они какие-то странные решения принимают, не знаю. Очень странная история. Ну еще и огневина вообще не выпала. А теперь генерация карты ужасная. И стражник опять стоит на моем первом квесте. Клево играется с Йорданой, конечно. Пойти в гниль, что ли? Че за пролаги начались, интересно. What the fuck? Можно было на самом деле баф на себя сыграть лучше. Нафиг его знает. Чего? Что ты делаешь, Эмбер? Саботаж на меня и Эмбер кинула. Ну да ладно. Типа напрягает меня. Капа. Ну вообще, да, и правда. Это неприятный. Неприятная история для меня. У меня нету особо предметов. В скобочках у меня нету предметов, чтобы нормально боевку со стражником провести. Поэтому я бы заклинание какое-нибудь хорошенькое вытащил.
в скобочках не вытащил. Ой. Да. Ну, я почти выиграл еще эту боевку. Может, со второго раза получится. Ну, конечно. Да, мне приятно. Мне приятно, но да ладно. Royal Shield, понял. Короче, нет, я неправильно делаю. На Йордане надо просто оббегать файты. Зря я сейчас прицелился в стражник и так далее. Надо было просто ждать у моря погоды. Дождаться, пока он уйдет. Потратить еще один ход. Ну ладно, я уже пошел в гниль. Пути обратно нет. Для меня, по сути. Нет, он есть. Let my rule be heard. О. У Твиста хотя бы то колечко, которое надо, да. Карту пожег, боевку выиграл. Молодец. Молодец, Силас.
Предметики. Окей. Давай еще один. Хорошо. Опять сейчас заклинания все будут вытягивать как можно быстрее. С колоды. Очень хорошо сочетается с моим кольцом, то есть я могу сжечь не тот символ, например, спокойно в заклинаниях, например, гниль пока что, а позже деревце. Ой, ну такой, короче, какашка на имбире, просто манал его. Сейчас обратно заберу. Зря старался. Юзай. А, у него золото нет использовать. Ну, тогда просто заберу. Или не заберу. Давай, 50% игра. 50%. Хорошо. Так, а в чем мой план заключается? Ставлю фокус, наверное. Получу манну. Thank you.
Бейнблейд. Поехали. Тэпку выиграть можно. Не то... Ну, средненький билд теперь на самом деле. Относительно мидгейма. Сильный, но средненький. Все же. По квесту, вот только я опять отстаю. Короче, надо как-то по-другому отыгрывать. Начало на гриоте. О, фу, на гриоте. Мердань. Думаю, эффективно в начале игры себе выбить огневина и держать в руке. На таком персонаже. То есть надо подтягивать периодически карты предметов в первой половине игры. Потому что... Потом эти предметы вообще некуда девать. Типа сейчас, условно говоря, я могу какие-то предметы приобреть, но... Много ли мне это даст? Кольчуга, например, да. Кольчуга сядет хорошо. Опа. Нет. Минус возможность одеть башню щит. Опс. Ладно, я наролил штык все равно.
Вопрос только заключается в том, что мне делать с этими предметами. Ну, на бумаге я могу открыть дворец, зайти попробовать подраться. Но мне стражники выкинут из дворца, мне кажется. Хотя я ничего не особо не теряю. Если прямо сейчас... Разыграю все это дело. Вот по духу ли или интеллекту заходить, вот это вопрос. Чинмейл. Думаю, по духу. Вряд ли получится, правда. Но я зашел, окей. Хорошо. Это хорошо. И в бою у меня будет как раз... Блин, а мне золото-то накинет сколько? 2, окей. Накинет. Надо будет успеть броню одеть. По идее, я даже могу попробовать убить короля, не взяв Бейнблейд. Не знаю, насколько это у меня получится, правда. Я, конечно, персонаж на интеллект, и у него больше гнили. А мне надо будет так много атаки, что это жесть. Я опять сейчас не успею одеть. Нет. Не делай этого, кролик. Дай мне шанс попробовать. Ой, такой, конечно, педик на кролике, просто не могу.
еще и стражника не хватило убить немножко. Скобчика 2 кубика. Происходит там. А, по идее, я могу слетать за Бейнблейдом, но что-то не хочу уже. А, окей. Пойдет. Тоже вариант. Что я контролю баниш hard to defend yourself when you are spellcaster. Yes and no. Yes, it's hard, but it's not that hard as you might think. I just got unlucky. It's looking a little bit fishy. Like, it looks like Ember target hating me for some reason. Or maybe it's just how he likes to play. I don't know, it's hard to say. For example, I could equip
chainmail ship instead of feather helm, but Ember played king's card, which gives minus 2 gold. What do I need? Я как бы не останавливался. Мои планы не изменились. Окей. Hard to defend yourself when you are not Zosha. Or Magna or Bran. Perfect. It is so. Так, ну сейчас я успею. Сори, Силас, на следующую эту боевку, если ты со мной захочешь провести, ты ее вряд ли выиграешь. Да, я тут не добегаю. Наверное, лучше. Бейнблейд. Не знаю, вместо чего одеть его только. Если даже заролил, буду 50%. Заролил.
Так не знаю, куда мне его одевать вообще. Вместо Хиршилда? Или будем в Orange играть? Нет, вместо Хиршилда одену, короче. Так, делаем вот так. О, точно, я же смогу это раскидать нормально сейчас карты. А. Как я их раскидаю, умник? Ай, ладно. Чё-то я за рофл умолясь. Мне не хватило черного заклинания. Возьмем, попробуем заролить карту с символом гнили. Если меня сейчас не убьет Эмбер, а Эмбер захочет мне помочь умереть, спасибо ему. Ну, удачи, друг. Royal Shield. Угу. Ну вот, я вижу, что я хочу забрать. Было бы золото только. Хотя он мне помогает относительно. Жаль, что не убил. Все, гниль можем не фармить. И у короля уже 4 хп, кстати. Надо уже заходить во дворец. Я не знаю только, где мне так захилиться. Потому что Твис, скорее всего, будет заканчивать катку. Наконец-то появился чувак, играющий на имбалансном персонаже, о котором все забыли, потому что все перестали потеть. О, спасибо тебе. Спасибо. Это что было сейчас? Блин, ладно, ради прикола чекну.
Ну, Эмбер вообще ничего не ролил. Получил по лицу. Сейчас еще раз может Телепорт. Где же ты? Когда ты так нужен? Телепорта нет. Бастард Сворд, делаем Беркейн. Что на него забил? Кройл Шилд. И два Бастард Сворда. Окей. Неплохой на самом деле билд. Очень сильный. Так, надо куда-то пакт скинуть срочно. Мешает. And the kingdom shall know my rule. Могу я его на... Нет, только на Хира. Нет смысла ждать, пока Силас просто закончит ход. Мне нужен слот по старту. А другие карты нет. Мне тоже, опять же, нет смысла сжигать. Или вязать прямо сейчас. Долгие сегодня игры, конечно. Прям до конца идут. Никто не рад. Кроме меня. Но мне не дали. Не дали попробовать. Делать трэш.
Но дворец я открыл относительно быстро. Да, Силас бы мне сейчас хпшечка неплохо подформил бы, но unlucky. Интересно, каков план Силаса? У него много вариантов, я думаю. Не знаю, нравится ли ему этот. Видимо, нравится. Неужели у него там стратег в руке? Ты мне проиграешь боевку, друг. И нафидишь. Ой. И это я не пробавлю. Ну вот смотри, раз, два. И уже же. Жалеется как-то, да, что напал на меня? Да. Ну вот, держи еще так. Хулиган. Еще боевка. Нет, ну ладно, у Силаса был шанс. Ой, пробили. Пробили мой баф. Feels bad, man. Даже и хпшку пробили немножко. Что там, твист тоже нападет на меня? Ой, да, вижу билд, даже спрашивать не буду.
What do you mean, Jess? I was preparing for such situation and used a lot of resources actually. That's the main thing why I like macro characters, because you can go, you always go a lot of hits and can hold a lot of cards with symbols which you need the most. It's kinda best way to control RNG in this game. My favorite character is Zosha. Zosha, Griot, and Silas, I think, or Silas. Zosha is very strong and she actually looking cool. Griot is fun and requires good understanding of game as well to be strong. And Silas, I know, I just love to kill King Guards. Sadly, he got nerfed, so not anymore. Удивлен, что твист на меня не напал, но ладно. Твист, кстати, были бы шансы меня выбить. Но тогда бы начался такой дикий хаос за дворец. Ой. По сути, я его начал, но я его контролирую. Если я его не буду контролировать, он выйдет из-под контроля. Но я его контролирую, следовательно. Контролирую исход игры, скорее всего. Без Royal Shield, да, конечно, это не так уверенно звучит. Но, тем не менее. Royal Shield я уже не получу. Так, ну мне нужны... Ой, соло. Очень вовремя. Так, а что я могу сжечь? Много атаки. Короче, поехали. Сейчас разберемся. Вообще не упали щиты, к сожалению. Не знаю, как мне драться. I know how I'll survive without shields, actually. It's gonna be tough. At least I have a lot of HP. You dare confront me? So yeah, as I was saying, Yordana can win throw rot points as Twist can. They kinda similar characters,
I mean, they have kinda similar win conditions, but it's way harder to do as Yordana than this. Because basically her passive is useless. I know, they need to rework her passive. Because you use her passive like maybe two to four times per game. And it's not really worth it.